Эмоций мало-мало было. Все, чтобы побольше криков, оров, эмоций, скандалов, интриг, расследований. Это все будет в Курске на клубном чемпионате. Это, безусловно, тут будет в Курске, 100%. Потому что клубы, они менее разбросаны по уровню игры. Ну и это будет завтра. И более дружные. Безусловно. И более дружные, конечно. Поэтому будет интересно очень.